Народ должен знать своих героев. Одним из таких можно смело назвать Ержана Куанышева, хотя сам парень себя к таковым не относит. В конце мая в селе Бейбетшелек района Байтерек он спас из воды двух утопающих мальчишек. С Ержаном встретилась наша съемочная группа. Ержан и Мухагали сегодня снова встретились. Этот случай в мае их практически породнил и укрепил и без того дружеские отношения двух семей в этом поселке. Ержан стал мне родным. Если бы не он, не знаю, что было бы с моим внуком, говорит дед Мухагали. Я благодарен Ержану, пусть таких отважных парней будет много. Благодарен его родителям за такое воспитание. Сейчас я молюсь за него и желаю ему только хорошего. В этот день ватага мальчишек играла на берегу реки, с ними и 8-летнему Кагали. Среди привычного шума никто и не заметил, как двое ребят упали в воду и стали тонуть. Я не умею плавать и думал неглубоко. Стал плескаться, но неожиданно стал тонуть. Размахивал руками, подпрыгивал в воде как мог, чтобы меня заметили. К счастью, Ержан вытащил нас обоих из воды и отвел домой к родителям. Ну, я не раздумывая сразу в воду прыгнул, одного на берег сразу вытащил и за вторым поплыл. Второго уже, когда вытаскивал с воды, он уже не дышал уже. Его вытащил на берег и начал оказывать первую медицинскую помощь. Минуты две, и ребенок уже выплюнул всю воду в себя и начал самостоятельно дышать. После ребенка уже он жаловался на то, что ему холодно, что в машине был, согрелся с этим, включил печку и отвез домой к родителям. Это обычный поступок, каждый на моем месте каждый поступил вот так вот. Никто не прошел бы мимо. Я так думаю сам. 22-летний полицейский действительно не считает себя героем. Оказать помощь в любой экстренной ситуации – обычное дело, говорит парень. Между тем, на этот раз такое обычное решение спасло жизни двух человек. Инспектор кинологического центра Департамента полиции Западно-Казахстанской области, младший сержант полиции Ержан Куанышев в органах внутренних дел с 2021 года. В настоящий момент данный сотрудник представлен к награде Министерства внутренних дел Республики Казахстан. О поступке Ержана сейчас говорят и в социальной сети. Пусть народ знает, что в мирные дни есть место добрым делам. Алмагуль Джимпилсова, Талгат Муратбаев, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.